Более 400 студентов, и это только на очную форму обучения, поступили в этом году в Ивановский политехнический университет. Самый высокий конкурс отмечен по направлениям текстильной и легкой промышленности. С первокурсниками в День знаний пообщался губернатор. А сегодня мы договорились, что как раз поговорим про центр компетенции, который я поручал создать. Этот центр компетенции как раз и нацелен на то, чтобы готовить специалистов, исходя из сегодняшних вызовов, готовить их вместе с профессионалами, вместе с предпринимателями, которые занимаются швейной и текстильной отраслью. 5 крупных текстильных предприятий уже подключились к образовательному процессу. Готовы создавать базовые кафедры и искать своего сотрудника среди студентов. Плюсы такого целевого обучения – подключиться к нему можно на любом этапе. Начиная с любого курса. То есть неприемно-целевое обучение, этим правом пользуются только госкорпорации, то есть с участием государственного капитала. Наши текстильные предприятия – это частная компания, и поэтому для них важно заключать такой договор именно на студенчестве. То есть во время обучения студента в любой срок, хоть за день до защиты дипломной работы. Концепция центра компетенций сформирована, есть команда, но нужна лаборатория, где можно будет проводить оценку качества производимой в Иванове продукции. Губернатор пообещал обсудить этот вопрос с министром образования. Мы видим центр компетенций прежде всего как центр некой экосистемы текстильной легкой промышленности, развивающейся на территории нашего региона. Действительно, наши предприятия нуждаются в современных инновационно мыслящих кадрах, которые были бы подготовлены не хуже, чем европейские, например, институты готовят соответствующих специалистов. В этой связи мы заключили ряд соглашений, например, с общепризнанным в мире институтом промышленного дизайна Сыколи, и в мае прошлого года учебного у нас на нашей площадке уже состоялся обучающий семинар для наших преподавателей и студентов, а в октябре мы планируем провести российско-итальянскую школу текстильного дизайна с участием итальянских специалистов. Открыть центр компетенции при политехе запланировано в середине января будущего года. Таковы планы руководства вуза. Мария Смирнова, Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.